Давай пой свою песню, Сань. Ну вот и все, ну вот и все, все растаяло. Короче, вот наша площадка зимняя. Асфальт здесь. Асфальт здесь грубый, летом тут, к сожалению, не покататься. Ну и зимой, в принципе, уже тоже. Сегодня надо тренировку провести где-то. Ну, как вы видите, трек тоже не особо готов. Точнее, совсем не готов к нашим приключениям дрифтерским. Там вон еще совсем мясо прям такое. Короче, ждем. Ждем сезона, мы-то уже готовы. А трек, видите, еще можно выходить с лопатами. Так, Сань, как понять, что летнюю тачку можно доставать? Ну, когда отойдет подснежник этот, тогда и можно. Ты просто посмотри на это. Поехали, заводи. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Start on the first corners. Speed up. Initiation with the handbrake. And ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Вот он, тренер наш. What about your English language? So-so English. So-so. Саня, so-so, короче, на ваших экранах. Но вообще существует достаточно много машин на заднем приводе, подходящих для дрифта. Даже вот Волга. Не, ну нахер.